Летом Антон Панкрашов стал капитаном сборной России, а осенью неожиданно для многих отправился в Волгоград. «Красный Октябрь» при помощи Антона дебютировал в Кубке Европы и пробился во второй раунд. Но в плей-офф Единой Лиги ВТБ будет выходить без двухметрового плеймейкера. Панкрашов перешел в казанский «Уникс». 4 команды за календарный год. Серьезные испытания и пополнение в личную коллекцию игровой формы. Всем привет, меня зовут Антон Панкрашов, защитник баскетбольного клуба «Уникс», и сегодня мы поговорим о сложностях адаптации в новых командах. У меня последние два сезона была такая ситуация, что мне в середине сезона пришлось поменять команду, и когда ты меняешь команду в середине сезона, некоторые проблемы, они более сложные, так скажем. На первом месте это, конечно, вливание в коллектив, потому что, как правило, за полгода уже создается свой костяк, своя команда и свои звенья, и, грубо говоря, тебе нужно за короткий промежуток времени найти себе место, влиться в эту схему и стать единым звеном, с ними, с партнерами в команде. Это очень сложно. У меня часто одеяло путешествует со мной. То есть у меня, я такой, как дом на колесах. У меня, наверное, столько, сколько я перевожу вещей, мало кто перевозит. У меня там компьютер, какие-то статуэтки, свой матрас. Потому что я, когда играл в ЦСКА, я заказал себе специальный матрас для спины. Гигантский, он весит нереально. Вдвоем его не донести. И это большой геморрой, когда ты меняешь команды часто и все время его перевозишь с собой. Во-первых, это спорт, и опять же, наверное, была бы моя воля, я, возможно, бы и не менял бы команды, но так по жизни складывается, я повторюсь, иногда ты не находишь правильного отношения с тренером, иногда с руководством, и из-за этого приходится менять команды, и опять же, каждый же ищет для себя, какую-то ту зону комфорта, где ты будешь получать удовольствие, но при этом все должно так срастись, чтобы еще и был интерес со стороны клуба и со стороны руководства. Как правило, это очень редко, когда так происходит. То есть всегда один пункт выпадает. Ты уходишь в команды, которые более низшего класса, чтобы проявить себя и уйти в топовые команды. Наверное, когда я шел в Волгоград, я понимал, что, возможно, в середине сезона у меня поступит предложение, потому что у меня был пункт, что я могу заплатить выкуп и уйти в середине сезона. То есть я шел туда с мыслью, что я смогу себя проявить и попасть, в топ-команды. Поэтому было сложно, потому что все-таки нашел понимание, у нас обалденный был русский коллектив то есть мы проводили очень-очень много времени вместе. Тяжеловато было, и Бауэрман не хотел, чтобы я ушел, но поговорив с ним, он сказал, что в той же ситуации он бы поступил так же. С вами был Антон Панкрашов. Смена команды – это всегда тяжело, но это новый шанс. Используйте свои шансы.